В скором времени планируется открытие марины Луштица-Бэй. В презентации к проекту говорится о ее безопасности, красоте и уникальности. Но так как нас в первую очередь интересует безопасность, а не красота, мы решили посетить Луштица-Бэй в то время, когда дует южный ветер более чем 40 узлов. Что происходит с лодками, желающими войти в марину или выйти из нее в такую погоду. Ну а если серьезно, то Луштица-Бэй очень красивое место. И здесь всегда есть чем заняться. Вот наш смельчак отправился прямо к самой-самой волне. Он сейчас очень сильно рискует своей жизнью. Если чуть-чуть зазеваться, то потом я считаю, что человека уже не спасти. Но это очень смелый парень. Посмотрите на него, посмотрите. Сейчас он играет со смертью. Не только лишь каждый может себе позволить такой риск, ведь у нас дома жены, дети. Будем надеяться, что все закончится хорошо. На самом деле все усиливается. Это уже не шутки!